Представители администрации Химок встретились с жителями домов номер 1 и 2 по улице Роза Люксембург, чтобы обсудить программу «Цветы в каждый двор». Проект реализуют в Химках уже второй год. Железное ограждение вдоль подъездов меняют на композиции из растений. Эта цветущая зеленая изгородь добавит каждому двору Химок свою изюминку. Мы с жителями встречаемся и обговариваем по посадке кустарников. Если в прошлом году, допустим, мы сажали кизильник, то в этом году у нас уже цветущие растения. То есть цветы в каждый двор. Это так называемая живая изгородь. Она красиво цветет и неприхотлива в уходе. Жители сами решают, какие кустарники заменят ограждение. На сегодняшний день можно выбрать спирею или лапчатку. Оба растения прекрасно приживаются в нашем климате. В прошлом году по программе «Цветы в каждый двор» озеленили 36 территорий. В этом году запланировано 11.